Это видео я записал позапрошлым летом и сделал это для того, чтобы, если я не буду успевать приготовить для вас ролик, я смог опубликовать это. Но в связи с тем, что в последнее время я всегда успеваю приготовить для вас что-нибудь интересное, кавер стал пылиться на диске уже больше года, а поделиться им мне очень хочется. Надеюсь, вам понравится, поэтому очень жду твоего лайка и комментария.